Всем привет! Сегодня у нас на канале распаковка вот этой посылочки. Пришел фирменный чехол для смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus. Чехол фирмы Nilkin. Давайте посмотрим, что это за чехол. Все, больше здесь ничего нет. Итак, в такой фирменной коробке приходит чехол. Я уже неоднократно заказывал чехлы этой фирмы Nilkin. Очень хорошего качества чехлы. Так, в коробке также приходит еще защитная пленка фирменная и тряпочки. Хорошо, отложим ее. Ну и к самому чехлу. Да, это он. Фирмы Nilkin для Xiaomi Redmi 5 Plus. Ну и давайте примерим к нашему смартфону. Кстати, скоро на канале будет обзор этого смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus. Как вам он в чехле? И даже не видно, что он золотистого цвета, смартфон. Лежит очень удобно, чехол прилегает очень плотно. Софт-пластика такого шершавого, ребристого, тут фирма Nilkin. Лежит в руке очень удобно, не выскользнет, не выскользнет. Если было полезно и интересно это видео, ставьте пальцы вверх, подпишитесь на мой канал. Ну и не забудьте пропустить обзор вот этого смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus. С вами был Вячеслав, до новых встреч, до новых обзоров.